сейчас слово Борису Николаевичу Порфирьеву, сопредседателю программного комитета Московского экономического форума, члену президиума ВЭО России, научному руководителю Института народного хозяйства прогнозирования Российской академии наук, академику РАН, доктору экономических наук, профессору Борису Николаевичу. Прошу вас. Спасибо большое. Уважаемый Александр Михайлович, уважаемый Сергей Дмитриевич, уважаемые коллеги, сегодня уже в вступительных капитальных докладах наших уважаемых сопредседателей неоднократно поднималась тема, связанная с обострением экологических, климатических проблем, с тем, что мы называем таким зеленым вызовом, ну и, соответственно, возникает проблема зеленой трансформации мировой экономики и в соответствии с нашим национальным интересом, о чем, собственно, я и хотел бы попытаться кратко поговорить. Я хотел бы обратить внимание, что эта проблема, будучи достаточно известной и актуальной на протяжении уже многих десятилетий, в последнее время получила новые импульсы, новые толчки, с чем было связано, конечно, прежде всего, обострение этого климатического вызова. И я хотел бы в связи с этим обратить внимание на послание президента нашего федерального собрания, выступление на климатическом саммите, где огромное время, огромное внимание, прежде всего, во втором, конечно, сюжете было уделено вопросам экологии и изменения климата. И этот вот такой акцент, он закономерен, учитывая, прежде всего, глобальный характер и стремительно растущую актуальность этих проблем, что доказывает их масштаб и динамика. Масштабы и динамика, вот если обратиться к слайдам, то мы увидим на левом из них оценки, связанные с влиянием климатического фактора на экономику и население, а, соответственно, справа мы видим оценки, связанные с проблемами производства, роста производительного капитала, роста человеческого капитала и природного капитала. Вот из этих графиков следует, что если, например, за последние 40 лет на душу населения рост производительного капитала составил практически двукратный человеческого капитала порядка 17%, это доклад известный, так называемый доклад Газгупты, профессор Кембриджского университета, то вот падение природного капитала составило 40%. В целом, если оценить глобальный эффект совокупный экологический и климатических рисков на экономическое развитие, он эквивалентен примерно порядка 10% валового продукта. Это, конечно, огромные цифры, и поэтому совершенно закономерно подчеркивание президентом своим выступлении стратегической значимости решения климатических и экологических проблем, решение которых он отнес, я цитирую, к направлению критически важным для развития России. Честно говоря, я впервые выступление руководителя государства услышал, что эти проблемы пришли критически важным. То есть это, по сути дела, как мы знаем, Совет национальной безопасности, это уже очень серьезная история. А при этом, что очень важно, что в выступлении было уделено огромное внимание, и на первое место были поставлены экологические проблемы. И вот такая расстановка приоритетов, на наш взгляд, полностью оправдана той ценой, которую, во-первых, платит Россия и за накопленный экологический вред, и за повседневное загрязнение окружающей среды. Только загрязнение воздуха – это примерно 5% ВВП, больше 100 тысяч человек преждевременной смертности, ну, не говоря про остальные проблемы. Ну и второй момент, что такая постановка отвечает, прежде всего, национальным целям развития, которые сформулированы указом президента, интегралом которых выступает повышение качества жизни, сбережение населения, улучшение здоровья, благополучия, комфортной и безопасной среды жизнедеятельности. Примечательно при этом, что... Что вот такого рода приоритет экологических проблем, вообще говоря, характерен и для мирового сообщества. Мы показывали это на предыдущем слайде. Которая отреагировала на вот эти изменения, прежде всего, вот этой зеленой трансформации. Здесь вот коротко на слайде, я не имею времени подробно это перечислять, как в качестве вызова. Начало были доклады 70-х годов о пределах роста, Стокгольмской конференции. Далее был мощный дополнительный импульс экологического фактора со стороны климатического вызова, рамочной конвенции и так далее. И начало масштабной уже зеленой трансформации,
Наиболее яркий пример – это официальная декларация и затем уже принятие официальной стратегии страны ОСД, куда входят самые развитые страны, соответственно, в 2009-2011 году, и рост того, что они называют сегодня зеленой экономикой. Но что любопытно, что на самом деле и в дискурсе, и во многих выступлениях политиков, и в стратегиях на первое место вынесен не экологический, а климатический фактор, вопрос снижения климатических рисков, вопрос низкоуглеродной экономики. Именно эти темы доминируют сегодня в международных отношениях, в том числе в международных экономических отношениях, эти темы. Причем как в прогнозах, которые, в частности, делает Всемирный экономический форум, уже на протяжении 10 лет климатическая проблема выносится на первое место в качестве основного риска. Недооценивают при этом, так сказать, остальные риски. Ну, наиболее яркий пример провала такого рода – это с пандемией. Но если мы посмотрим все-таки поглубже, перейдем от деклараций, заявлений и даже некоторых, может быть, реальных таких политических документов, к, собственно, стратегиям развития низкоуглеродных в том числе и не только, мы увидим, что на самом деле эти стратегии низкоуглеродного развития являются интегральными, охватывающими все цели устойчивого развития и все сектора экономики. По сути, своей, здесь на этих слайдах это представлено, они являются стратегиями устойчивого развития, которые учитывают экономические и шире вообще национальные интересы конкретных стран. Ну, наиболее яркие примеры. Значит, все говорят об известной зеленой сделке или зеленом, о новом зеленом курсе Европы, где действительно сделан мощный акцент на низкоуглеродную экономику. Но если мы посмотрим внимательно на эту стратегию, мы увидим, что там колоссальное внимание уделено вопросам конкурентоспособности и модернизации. А больше того, сама эта стратегия используется как инструмент давления на других конкурентов с целью использовать их ресурсы для модернизации собственной экономики. Более того, все говорят о зеленой европейской сделке, о низкоуглеродном развитии, но я что-то не слышал, чтобы кто-то говорил о новой европейской стратегии адаптации. Она была принята только что, в апреле этого года, где прямо было заявлено, что Европа хочет выйти тут на мировые лидирующие позиции ничуть не меньше, чем самой зеленой сделки. Там прямо это записано. Другой пример. Соединенные Штаты при Байдене. Вот был проведен климатический саммит, по-моему, по инициативе американского президента, что там звучало главным образом со стороны Соединенных Штатов. Это создание новых массовых, я цитирую, массовых и современных рабочих мест. Ключевая повестка дня – строительство новой вот этой зеленой экономики, развитие нового низкоуглеродного развития. Китай – 14-5-летний план, главная стратегия. Несмотря на то, что есть целый раздел, посвященный зеленому вектору развития. Это упор на энергоэффективность, новые стандарты, снижение энергоемкости, углеродной емкости. Это использование природных решений, прежде всего использование лесов. Колоссальная программа уже на протяжении последних 15 лет реализуется в Китае. Но самое главное, это, конечно, вопросы качества жизни и прежде всего в городах. Там, где сосредоточен средний класс Китая, главный двигатель развития структурного сдвига экономики. И именно этому уделено основное внимание. В России, как представляется, также должна сохраняться приверженность целям устойчивого развития и Парижского соглашения, но при этом должны быть соблюдены свои интересы и свои национальные цели, которые учитывают и природные особенности, и специфику экономики. Прежде всего, наличие больших ресурсов и в то же время, как контр, так сказать, позиция, это высокая ресурсы и энергоемкость. И проблема трудодефицита нашей экономики, поэтому те, кто ратует за, например, скажем, безбрежное развитие возобновляемой энергетики, должны помнить, что эта энергетика отличается прежде всего не только повышенной материалоемкостью и спросом на специальные редкоземельные, но еще и высокой трудоемкостью. И не случайно она используется как средство разрешения проблем безработицы во многих странах. Это, так сказать, история про трудоизбыточные страны, но совсем не правда. С другой стороны, конечно, нельзя ни в коем случае отрицать ее значимость для локального уровня. Конечно, необходима упорная энергоэффективность там, где мы действительно отстаем. Проблема, с нашей точки зрения, состоит не в достижении нулевой эмиссии или углеродно-нейтральности. Опыт 90-х годов и пандемии показывает, что сократить эти эмиссии – это не проблема. Но вопрос, какой ценой? А проблема на самом деле в реальной модернизации экономики, без которой недостижим экономический, динамичный,
инклюзивный экономический рост. Одна из, кстати, ключевых целей наших целей, национальных целей нашего развития. Без этого невозможно, соответственно, и улучшение качества жизни. То, о чем мы говорили, это главный пакет целей, национальных целей развития, о котором шла речь выше. К слову сказать, мы говорили о модернизации, в которой, конечно, ключевую роль играет развитие науки и технологий, и это подчеркивается практически во всех сейчас документах, которые принимаются. Я хочу сказать, что этот потенциал, это ключ, между прочим, к решению пресловутой проблемы декарбонизации. Как известно, в своем послании Федеральному собранию президент поставил задачу обеспечить совокупные выбросы, нетто-выбросы парниковых газов до ближайшего 30-летия, до 50-го года, меньше, чем Евросоюз. Вот расчеты, которые были приняты моими коллегами в нашем институте, показали, что при разумном экономическом сценарии, который разработан в институте, который как раз упирает прежде всего упор на научно-технологические достижения, на структурные трансформации, мы эту задачу совершенно спокойно обеспечиваем. Конкретные цифры говорят о том, что если Европа даже достигнет своих целей по зеленой сделке, то к 50-му году их совокупные выбросы составят более 60 миллиардов тонн CO2 эквивалента. У нас при даже в том потенциале лесов, которые нам засчитывают, уже об этом Александр Михайлович в своем выступлении говорит, что не все как бы признается, но тем не менее даже только потому, что признано, если это учесть, то мы не превышаем свой показатель к 50-му году, я имею в виду накопленные эмиссии, 50 миллиардов тонн. А если будут зачтены все-таки наш вклад хотя бы в удвоенном объеме, хотя бы до миллиарда тонн, то мы, соответственно, эту цифру не превысим до 40 миллиардов тонн, что, соответственно, на 20-35% эффективнее того, что предлагает Европа. А на самом-то деле, собственно, совокупные выбросы – это и есть самое главное с точки зрения, уже если говорить о климатической безопасности, а вовсе не достижение углеродно-нейтральности. Достижение углеродно-нейтральности – это вопрос экономической борьбы и экономической конкуренции, но это не решение. И, к слову, это вот, говоря о потенциале наших экосистем, который был упомянут, специально был подчеркнут президентом, что это один из таких вот золотых ключиков решения нашей климатической, экологической проблемы, но надо сказать, что это и ключик проблемы адаптации экономики тоже к изменениям климата. Отсюда задача сохранения потенциала российских экосистем, причем не только лесов, это новые качества и новая эффективность экологической политики. И таким образом все замыкается, все становится цельным. И в этом смысле можно еще раз процитировать главу нашего государства, который на климатическом саммите подчеркнул, что глобальное развитие должно быть не просто зеленым, но и устойчивым во всей полноте развития, причем для всех стран без исключения, должно увязываться с продвижением вперед по таким актуальным направлениям, как борьба с бедностью и сокращение развития между странами. Это полностью соответствует установкам рамочной конвенции ООН по изменению климата, полностью соответствует Парижскому соглашению, где четко сказано, что решение этих проблем климатических должно идти исключительно в контексте решения проблем бедности и устойчивого развития. Мне кажется, именно из этого нам нужно исходить, и это полностью коррелирует с нашими национальными целями развития. Спасибо.